Здравствуйте, друзья! Наконец-то мы собрались. Доброго Очень вечера. Долгожданная встреча. Дружище Петро Рогов. Здорово! Здорово, Александр Лихацкий. Вот. Дождались, в общем. Вы давно просили, и вы уговорили, чтобы мы встретились. Вот такие друзья, понимаешь. Благодаря вам мы встретились. Вот что значит святое в мире. Оно еще есть, понимаешь? Да, спасибо. Что соединяет людей. Ну... Хотим песню спеть вам, о которой вы давно-давно просили. Соединение, воссоединение – это всегда здорово. Это всегда... А тем более в праздник... Лучше, чем разъединение. В праздник мужской. С чем мы вас поздравляем. Иногда вас... трагическое, кстати, да? С Днем Защитника Отечества. Ну, вот сегодня такой праздник еще. Да, он нас и соединил. И мы соединились. И... Отнеси платок кровавый, милой любушке моей. Ты скажи, она свободна, я женился на другой. Ты скажи, свободна, я женился на дороге.
взял невесту тиху, скромную, в чистом поле под кустой. Обвенчально было сваха, сабля острая моя. Обвенчально было сваха, сабля острая моя. Среди битвы роковой вижу смерть моя приходит. Черный ворон, весь я твой, вижу смерть моя приходит. Да. Ну, Петя... давно не пели, но общество вот чувствуется. То же самое хотел сказать. Есть. Ну, есть вот оно что-то между. Есть. Что-то иногда нерушимое, есть. Связующее. Музыка. Так, если... Часть этого, я тебе скажу. Вдруг понравилось. Может быть, она может объединять. Вдруг понравилось, поставьте вот так лайки. А. Да, и вообще возвращайтесь к нам снова и снова. О, мы начали репетировать, так что ждите, скоро звезданем.